Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Full Metal Furious. Так, выбираем себя, конечно же мы танк 5 уровня, и также выбираем нашего бойца, который 4 уровень только имеет. Но это мы с вами пропускаем, это мы уже видели в прошлой серии, так что это нам не нужно. Ну что же, котенок наш на месте. Все у нас тут спят, менять мы никого не будем, а пойдем сразу с вами на карту. Так, и у нас с вами открывается, ух ты, смотрите, нам можно и сюда сходить. И сюда сходить, и даже к ядру можно сходить. 1А, ограда. Поехали, смотреть будем, что это за ограда у нас такая. Так, пока никого нету. Куда мы идем? Мы найти в другой стороне. Идем в обход, у меня есть данные, надо кое-что проверить. Звучит почти как мы снова заблудились. Да, серьезно? И правда. Так, понятно, мы заблудились, ребята, значит будем здесь всех валить. Опять эти солдаты здесь у нас. И этот чувачок, блин, с противогазом идет, а? Невнятный, короче, ё-моё. Ладно, с ними мы, наверное, разберемся, они без всяких там щитов. Так что, да ё-моё, ну как же под волну-то я попал, а? Ё-просоте, еще один в противогазе. Слушайте, что-то как-то у меня довольно быстро заканчивается ХП, я вам скажу. Я вроде укрепляюсь, но толку никакого. Так, замечательно, вроде справились, идем дальше. Пробирочка. Сброс ремонта, вот я этого не понимаю. Какого ремонта еще сброс? Так, что это? Турелька маленькая, еще одна, понятно. Для танка и для бойца, да? Ой-ой-ой, я забыл, что они стреляют, ага. Тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Как раз для меня под удар, отлично. Так, а это для танка. Оба, да ё-моё, что-то их тут дофига. И там, и тут. Давай-ка, вот так. А, ребята, все, понял я, смотрите, мы можем с вами прикрываться. Вот так, видели? Щит у меня для чего? Для того, чтобы я мог пули эти отбивать. Но он, правда, заканчивается. Но постепенно накапливается. Вы видите, наверху, да? Копится у меня шкала. Вот так вот. Ну, и сносят они очень быстро его. Так, пора нам переключаться на бойца. И, ой-ой-ой, сбили меня. На-ка, выкуси, гаденыш. Все, шикарно. Тут мы справились. Во, сундучок и рюкзачок. Тут только деньги были. Костер потушили. А здесь аптечка, вот это хорошо. Вот это очень замечательно, ребята. Так, опять турелька вышла. Опа, как мы ее надурили, неплохо. Их тут целая куча, блин. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай, да блин. Так, аптечка, аптечка, это замечательно. Дайте взять ее. Ну все. Так, солдат выжил. Боевой клич танка. Так, турели мы разобрали. Все, надо солдат теперь брать. Да что ж такое, смотрите. Только я разобрал турельки, еще две улетело, а? Ладно. И еще этот охламон здесь, блин. Так, тихо-тихо, ребята. Не буяним. Вот так вот. Так, он встал в блок. Блин. Черт, у меня очень мало хп. Дайте-ка я эти турели добомблю, они меня бесят. И этот еще чувак тут летает. Достал на самом деле. Так, что там у нас? Ударник Шарура. Мы увеличили себе что-то, да, ребята? Так, хорошо, продвигаемся с вами дальше. Здесь у нас мешки. Так, солдат и еще один солдат. Ага, третий солдат. Ой, это плохо. Это плохо, ребята, потому что у них вот этот дурацкий их неудар пронзающий. Он меня бесит. Я не пойму, где мой суперудар, а? Почему я не могу сделать суперудара? Ну, хоть аптечку дали. Спасибо вам и на этом. Вот так вот. Возле стенки их когда зажимаешь, они сразу такие беспомощные, блин. Но меня на жалость не возьмешь. Я буду их тут лупашить. Почем свет стоит. Так, ладно, ребята. Пойдемте с вами дальше. Ага, локацию мы эту прошли. Замечательно. Но не тут-то было. У нас продолжение здесь. Так,
бочки, рюкзак. Это хорошо. Му, теперь мы вас поймали. Посмотрим, как вам удастся выбраться из этой долины. Ай-я! Ё-моё, опять какие-то враги сейчас будут. Консерваторы. Ё-колымэ, только не этих не хватало мне, блин. Что я там, блин, крылатые сандали получил? Или улучшил, не понял я. Слушайте, а как это интересно, вот так, он был только что красным, стал синим вдруг. Ни с того, ни с сего. Ну, ах ты гад. Не, ребят, они меня сейчас тут, скорее всего, отмудохают, потому что... Да. Давай-ка попробуем, успеем, нет? Ну, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Правильно, они вот этим вот ударом своим портирующим просто меня завалят сейчас. Ай-яй-яй, все. Готов. Так, ну что же, хорошо, я надеюсь, мы начнем где-то здесь, недалеко, с босса, так скажем. Так, опа-на, новый уровень, новый уровень. Чего-то там наполучали целую кучу, непонятно чего. Так, хорошо, мы начали с этой локи. Аптечка. И еще одна аптечка. В принципе, не надо было мне, ребята, сейчас разбивать эти рюкзачки. Они бы мне пригодились чуть-чуть попозже. Ну-ка. Видите, я не вижу, что они там собираются делать. Но, смотрите, щит меня спасает не только от пули, а еще от ихнего вот этого вот суперудара. Замечательно, в принципе. Черт. Очень мало было, ребята, защиты у меня, поэтому пробили. Пробили окончательно. Да чтоб вас разорвало все. Почему они постоянно меняют окраску? То синие, то красные. Все это сделано, ребят, спецом. Просто, чтобы я не прошел. Ну, о чем я вам говорил. Навряд ли мы, конечно, успеем. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас опять добьют. Добьют они меня сейчас. Есть. Танка хотя бы оживили. Нормуль. Опа-опа. Не пробили говнюки меня. А вот сейчас будет, по-моему, мне очень плохо. Так. Ох, есть, ребята. Боец, по-моему, справился с ними. Так, давай-давай, резайся, молодец. Там куля резанулся у меня. И здесь у нас очередные турельки. Стреляются еще гаденыши. Ах ты, опять этот с противогазом, а? Невнятный. Отлично, мы его подбили. Так, надо переключаться, ребят. Тут у нас с красными щитами. И опять этот пулеметчик вылез. Ах, черт бы его побрал, а? Со всех сторон по мне бомбят. И я ничего не могу сделать. Как-то надо юлить и юлить. Аптечки у меня никакой нету. Жалко, очень жалко. Но эти патроны мы сможем отбить. Давай-ка. Ну! Причем... причем осталось-то совсем немножечко, ребят. Совсем немножко. Ага, мимо. Промахнулся олух. Давай-давай, танк, вставай. Ай-яй-яй, вставай. Молодец. Так, надо кого-то разбирать. Блин, тут нужен танк, ребята, у него... Бляха-муха, да что ты будешь делать-то? Ну-ка, успеем, нет? Ай-яй-яй, сейчас... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ага. Нормуль. Бойца оживили. Вот так вот нам и приходится то одного, то другого, блин, оживлять. Так, где моя вертушка вообще? Я не понимаю, а? Почему нет вертушки? Я бы сейчас вертушечка бы быстро накумарил, если честно. Так, давай, танкуля, выходи. О, аптечка, как раз тебе подстать. Резаем, резаем бойца, он нам нужен. Замечательно. Так, надо переключаться. Куда ты там летишь, а, гаденыш? Пятого уровня, между прочим. О, все, ребятушки, мы прошли, видимо, эту миссию с вами. Да-да-да, получаем заветный сундучок. Сейчас мы глянем, что там будет для нас полезного. Опачки, новый чертеж. Взрывной слой. Это у нас для снайпера. Угу. Жалко, я за снайпера не играю, поэтому нет возможности посмотреть, что это за новенькое такое ему дали. Так, ладно, давайте с вами будем переходить. Так, у нас ничего здесь нету. Сколько у нас вообще денег?
1790, замечательно. Давайте-ка мы с вами что-нибудь приобретем. Здоровье еще подросло у нас маленько. Так, технику повысили. Уху-ху-ху-ху. А все, ребята, 35 голды всего лишь осталось, мы ничего не можем сделать. И здесь, по-моему, тоже ничего у нас нету. Да, пока никакого артефакта мы не заработали. По чертежам, я так понимаю, тоже ничего нету у нас. Так, тут пусто, и здесь тоже ничего. Ладно, остается только идти на карту дальше нам. Шуршать ее. Так, здесь мы прошли. А, у нас тут еще дальше открылось. Ага, а что это такое? Дорога Софии. 1-4, блеф. Так, к ядру. Может, к ядру сходить? Я не знаю даже. Давайте просто посмотрим, что это такое, к ядру. Ага, это у нас открывается новая карта. Нет, ребят, давайте возвращаться и пойдем тогда с вами. Дорога к Софии, по-моему, если не ошибаюсь, называется она, да? Да, именно так. Посмотрим, что здесь у нас будет. Дорога Софии. Блин, меня плохо видно, деревья меня скрывают. Я ничего не вижу, что-то происходит. Ага. Как-то становится туманно. Ты уверена насчет обхода? Не волнуйся, помнишь доносителя, которому мы заплатили за сведения о местонахождении Минетия? Помимо этого, он дал нам еще кое-какие координаты. Сказал, там нас ждет какой-то сюрприз. Сюрприз? Ловушка, что ли? По всему похоже на ловушку. Но только этого нам не хватает. Оу, тихо, ребят, я вообще ничего не вижу, что происходит. Ого! Что такое? А, вот оно. Такое ощущение, что я где-то, знаете, в небесах. Кажется, мы нашли то самое место. Хотя пока непонятно, ловушка это или нет. Это не туман, ребята, это какие-то облака. Почему-то мне так кажется. Так, ага, идем дальше. И тут вопросики. Это что такое, значит? Лишь бы не подстава, ребята. Лишь бы не подстава. Точно, я где-то в небесах. Все видят тот огромный компьютер вдалеке, да? Эрин, ты у нас компьютерный гений. Есть идеи? Понятия не имею, что это за компьютер, но символы вокруг него древние вавилонские иероглифы. Вави что? Вавилон — это древний город-утопия, который исчез миллиарды лет назад, а иероглифы эти считались в их культуре священными. Они верили, что иероглифы — это уршпрахи. Уршпрахи. Так, ладно, я вижу компьютер. Уршпрахи? Уршпрахи в переводе с немецкого означает «проязык», то есть прародители языка. Например, английский язык происходит от языков западногерманской группы. Так что западногерманские языки — это уршпрахи английского. Круто, да? Я ничего не понял, что-то сказал Эрин. Даже не знаю. Сейчас будет еще круче. Если двигаться дальше к языкам основам, то можно в итоге добраться до исходной точки. Здесь и вступает вавилонский язык. Считается, что это и есть наш всеобщий проязык. Вот это круто! Даже не знаю. Язык позволяет нам передавать знания от родителей к детям. Это значит, что Вавилон был не утопическим городом. Это и есть колыбель цивилизации. Круто, правда? Правда? Эрин, ну ты мудришь. Даже не знаю. Мэг просто в ступоре. Так, ну что же нам даст этот компьютер, интересно? Если ты закончила свою речь об этих странных символах, Эрин, проверь, не передаст ли этот компьютер каких-нибудь сообщений. Все зашифровано, так что мне придется взаимодействовать с ними напрямую. Кажется, он взаимодействует с другими компьютерами. Кажется, минимум один компьютер находится в Фалойском лесу, а другой глубоко под землей. Отлично, Эрин. Ладно, пойдем дальше. Мэг, а ты запомни, пожалуйста, координаты других компьютеров. Может быть, займемся ими, если случится быть неподалеку. Координаты? Чё-то он вообще тупит. Так. Да ладно, что это за... Король... А, вот. Врата Менетия. Странно. Хорошо, давайте пройдемся сюда наверх. Точно, ребята, мы где-то в небесах. Ага, вот компьютер и какие-то символы. О, ребята.
Кажется, я понял, что нам здесь делать нечего. Все это бесполезно. Здесь нужно, видимо, какой-то подобрать шифр. А чтобы его узнать, нам нужно, видимо, где-то собрать данные. Да. Может быть, можно как-то наугад. Хотя я сомневаюсь, слишком много. А что-нибудь сзади есть, интересно, а? Ага, выход, по-моему, у нас это, да? Ладно, пойдемте отсюда. Делать нам здесь нечего. Мы пароли все равно не знаем с вами. Придется тогда проходить что-то другое. А вот что? Я думаю, что надо сходить вот сюда. 1-4, блеф. Так, темнота какая-то. Что это у нас тут? Ага, какая-то стена. Ну, для нас это не помеха. Би-буп, би-би-би-буп, би-буп, би-би-би. Понятно все. Хм, лучше это убить. Я с тобой согласен, Трис. Так, 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 тихо, тихо, турелечки. Смотрите, ребят, наверху летит наш котик. На парашютике и стрелочка показывает, что нам нужно идти туда куда-то. А как будто мне непонятно. У нас только лишь одна дорога. Идти сюда. Так, турели, успокойтесь нафиг, а. Давай, давай, кромсай, кромсай. Замечательно. И вот эту тоже. Все, шикарно, разбомбили. Продвигаемся дальше. Сугробы, кстати, тоже надо разбить. У них денежки, все-таки 40 голды лежало. Это очень хорошо. Так, тихо, что тут у нас такое? Ага, турелечка, ладно. И, блин, опять этот немощный прибежал. И солдат. Ну, сгори ты там. А нет, смотрите-ка, невнятный не сгорел. Хотя он был обожжен. Иди сюда, солдат. Накумарю тебя маленько. Ну все, началась заваруха, ребята, короче, блин. Хорошо, этого мы чпокнули. Теперь мне нужен воин. Давайте вот этого теперь заколбасим. Ну что ты убегаешь-то, а? Иди сюда. Все, готовченко. Ну что же, надо пробивать вот эту стену нам, чтобы как-то дальше продвигаться. Во-во-во-во-во-во, вот это самое то, что надо. Так, еще один солдат выбежал. Он третьего уровня, и у него было 116 хп. Ну, хоть здесь мы победили без проблем всех. Ладно, двигаемся с вами дальше. Такая музыка классная. И чего-то она мне напоминает. В какой-то игре я вроде бы уже слышал такую. Что такое? Так, начинается. Турель. Солдат. Тем более солдат со щитом для танка. О! Давайте его убили наконец-то. Так, теперь нужно вот эту вот турель прибить. Ну! Вот это вот контр-мимо меня просто бесит, если честно. Ох ты! Две турели и солдат. Хорошо, что турели эти слабенькие. У них сколько? 44 хп всего, лишь-то. Так, главное не попасть. Аптечка, 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 ребята, аптечка, я вижу. Опа, подобрали, шикарно. Живем, значит, мы еще. Все, разобрались. Так, спускаемся с вами пониже. О-о-о-о, нас встречает залп турелей. Так, значит, здесь быстренько проходим. Дайте бочку мне подбить. Деньжата. И вот сюда, вот, ребят, как раз будем сейчас их разбирать. Все время путаю кнопки, ребятушки. Не на ту кнопку нажал. Использовал зазря только суперудар, крик. И все, что ли? Тьфу ты. Ладно. Нам-то лучше, да? Чем меньше врагов, тем лучше для нас. Блин, какая-то бесконечная карта, а? Бочка, сугроб. Так, и вывеска опять какая-то, ребят. Что у нас тут? Тупик на востоке. На востоке, это значит вот сюда. Тогда, ребята, не пойдем. В прошлый раз мы лично проверяли с вами. И, как говорится... Подожди, мы пропустили. И, как говорится, вывеска не врет. Ну, что-то сейчас будет. Дидуб, дидуб, дидидидуб. Так, опять эти турели. Ну, где, кто, что?
Кто? Кто это такие? Это понятно, что турели. А как их звать-то? Эх, черт подери. Кемперятник? Кемперятник. Ну и назовут же тоже, а. Так, тихо, тихо, тихо. Что-то у вас тут дофига, блин, как-то. Вам не кажется, ребята? Черт подери, нифига. Это я уже где-то видел такую фигню. Блин, давайте вот эту тогда замочим. Так, теперь вот эту, красная, красная она. Так, по-моему, здесь будут эти турели бесконечно, почему-то мне так кажется. Замечательно, пока живем, ребятушки. Так, минус турель. Так, лишь бы не попал, летать. А они, как всегда, меня метят. Так, у нас, значит, здесь еще пулеметчик. Ох, сколько здесь этих охламонов-то, вы посмотрите. Успеем, нет? Навряд ли мы успеем. Нифига тут просто перехлестное все. Нет, ребята, заколбасят они меня сейчас. Все. Кемперятник мы с вами не прошли. Хорошо. Ладно, надеюсь, мы с босса начнем ведь, да? Ну, это все понятно. Сила профиля там... То есть 5-10, это нам пока не нужно. Да, мы, кстати, здесь недалеко. Так, бонус знания. Ладно, сейчас по-быстренькому с вами пробежим. Так, аптечку забираем, сброс ремонта. И вот здесь у нас будет атака, кемперятник. Блин, их бы по-быстренькому сносить, и, в принципе, проблем бы никаких не было. Так, эти турели, во, смотрите, что опять происходит, а. Так, минус одна. Давайте еще вот эту попробуем. Шикарно. Пока все у нас хорошо получается. Одну подбиваешь, три новых появляются. Просто замечательно. Лучше не придумаешь. Черт подери! Ага, успел все-таки бомбануть. Да, вот с этими турелями, когда еще тут солдат бегает, это будет сейчас проблематично их разбомбить. Аптечка. Так, по идее тут, я даже не знаю. Нет, турели они очень навредят, поэтому их нужно в первую очередь разбомбить. А уже потом браться за этих всяких солдатиков. Так, тихо, тихо, тихо. Куда ты лезешь-то? Аптечка, аптечка. Хорошо, вижу аптечку, ребята, подобрал. Пока живем, но это пока. Да, ребята, в этой игре нам приходится очень много двигаться, очень много бегать и как-то действовать аккуратнее. Давайте турель тут заколбасим. Все, замечательно. Не пойму, а что там звенит такое? А, он горит, но в блоке. Поэтому ожог на него не распространяется. Все, понятненько. Так, турель, пора тебе угомониться. Видите, он ставит себе защиту и огонь его не жгет. Хорошо. Так, этого, ага, усиление урона. Мимо. Давай, скидывай свой щит. Все, ребята, он наш, сейчас мы его заколбасим. Ну что ты там собираешься делать? Все, пойдемте его добивать. Ага, отлично, ребятушки. Мы с вами прошли эту миссию. И сундук. Что ж, просто шикарно. Ох ты, чертеж. Так, иорданские тапочки. Иорданские тапочки, блин. Чё только не придумают, а? Mission complete. Так, ладно, ребятушки. Мы возвращаемся к себе на базу. Позже, той же ночью. Хм. Опачки. Бззт. Да-да. Проверка, проверка. Раз, два, три. Эй, вы там спите? Минетий, как ты нашел эту частоту? Неважно как, важно зачем. Так вот, я звоню, потому что у меня есть кое-какое предложение. Кажется, мне нужна новая царская стража. И потому я предлагаю заключить союз. Вы сильны, я силен, и цель у нас одна. Так зачем тратить время на борьбу, если вместо этого мы могли бы объединить усилия? Сомневаюсь, что у нас одни цели. Мы хотим расправиться с титанами. Сойдемся...
только если одна из частей твоего плана раскроить себе башку. Это ваша цель? Серьезно? Раскроить мне башку? В последний раз, когда мы говорили, вы сказали, что хотите покончить с войной. Но война не закончится, если исчезнут лидеры. Она закончится, когда будет победитель. Позвольте задать вам вопрос. Если бы вы хотели построить идеальный спортивный зал, сначала ведь для него нужно крепкое основание, не так ли? Возможно, почему бы и нет. Вопрос не по теме, но, наверное, да. Это означает, что для постройки зала нужен хороший архитектор, который создаст идеальный план. Но создать идеальный план нельзя, у всех свои вкусы. Например, кому-то нужны дорожки, потому что они занимаются кардионагрузками. Точно, Крис. Вот именно, такие замечания и показывают ваше невежество. Кардионагрузки — это чепуха. Люди думают, будто они знают, что им нужно, но на самом деле совершенство ни в чьих советах не нуждается. Оно само свидетельствует за себя, даже когда другие не согласны. И ты думаешь, что ты совершенство? Можно ли быть одновременно трудягой и лентяем? Можно ли быть одновременно умным и глупым? Физическое совершенство порождает совершенство разума. И гляньте, сестрички, разве я не крут? Вот это ты загнул, братиня. Бум, зацените так. Бам, зацените так. Кто король? Кажется, позы у меня закончились. Ар, идиотская аналогия, неужели нельзя просто начать драться? Как грубо, подумайте. Даю последний шанс и предлагаю только потому, что признаю вашу силу. Вместе мы сможем положить конец этой войне. Нет, всем воинам навсегда. Надеюсь, вы еще поймете, как были безрассудны. А сейчас пока, лузеры. И раз он снова смылся. Так, отлично. Поболтали по душам, как говорится. Минутку, неужели он нам только что мышцы тут показывал? Да, Алекс, он показывал нам мышцы и хвастался своей силой. Так, сколько у нас денег? Ох, достаточно много, ребята. Так, давайте-ка мы с вами что-нибудь приобретем. Замечательно, отражающий слой. Ху-ху. Ха-ха, вот это, я думаю, великолепно. Все, ребят, 440 голды осталось. Думаю, что... Да, тут и думать нечего. Ни на что нам не хватает абсолютно. Так, ага, есть новый чертеж. Блин, и денег нету, ё-моё. Иорданские тапочки. Высочество. Ладно, фиг с ним. На этой ноте я буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравился, пальчик вверх. А мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До скорого.